Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня 19 октября 2017 года. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края. Нам наконец-то сегодня подключили свет. Приехала бригада. Вчера я им позвонил, ругался. У меня сломался уже третий раз генератор. Надо будет вести его в ремонт. Вот. Позвонил им, поругался. Должны были до 18 сентября подключить. Письмо им было отправлено 28 сентября еще. А кто-то из них там просмотрел эту заявку. Ее не выполнили. Сегодня уже приехали. Сразу же подключили. Вот у нас девочки гуляют. Выбежали. Электропастух не включен, так как генератор не работает. Мы решили, что они так никуда не убегут. У нас мы еще стали отпускать овечек со вчерашнего дня. Вчера выпустили, они у нас такие порядочные, погуляли. Мы их вечером домой, они домой зашли сами. Такие прямо хорошие, порядочные. Сегодня мы их вывели гулять, и куда-то они у нас убежали, пока мы там занимались своими делами. Сейчас покажу, что мы там сделали. Сделали вот такой вот пристрой. Только не смогли сделать крышу. Так как у нас нет электроэнергии. Мы завели генератор. Подключили болгарку. Стали пилить. Только болгарка включается, генератор сразу же глохнет. Не хватает мощности. Надо ввести генератор в ремонт. У нас вот гуни там ходят. Вот, сделали такой вот пристрой. Ну, сейчас нам электроэнергию подключили, так что будем пилить. Погода, конечно, ужасная, мерзопакостная такая стоит. Вот такой вот пристройчик, все из горбыля. Заказывали 4 машины горбыля, привезли такой. Сделали. Жерди у нас растут на нашей территории. Я, честно говоря, хотел снять сюжет сегодня о другом. Но так как такая погода, идти куда-то далеко не хочется. Я хотел вниз спуститься на нижнее поле и показать вам сюжет о нижнем поле. У нас здесь вообще всего полностью 300 гектар территории нашей.